Пошли по золоту. Все, что светится фиолетом, добавляет проклятие. Не совсем. Ауч. Да что ж такое? Привет, чертовка. У меня великолепно. А у тебя как? О-хо-хо! Копье и просто 10% урона копий. Окей. Это повезло прям вообще. Погнали. Включение донатов. Сейчас проверю. Может, еще идет просто. О, 5 минут назад. Сейчас я обновлю, может быть, сработает. Не, на стриме почему-то оно не работает. Но у меня здесь написано, да. Олег, спасибо за 200 рублей. Спасибо за стримы и нарезки. Продолжай в том же духе. Продолжаю. Босс проклятие обнуляет. Только одно снимает. А, блин, факел. Может, здесь есть в настройках, а? Я так подумал. Нет, тут ничего такого нету. Я не хочу, чтобы он факел брал автоматически. Ай, думал, не достанет. Что за игра? Curse of the Dead Gods. Это рогалик новый. В раннем доступе. Здесь можно перекатываться, здесь масса разнообразного оружия, масса каких-то бафов на этих пушках. Здесь 3 этажа на данный момент. Довольно сложно все. Но разнообразия мало. И очень красочная боевка. Комнаты постоянно одни и те же. Врагов тупо 4 вида основных. Здесь также можно парировать с любым оружием. Но если у тебя будут щиты, то это еще и будет наносить урон.
Это же та самая комната с... Нет, это не с ними. Когти, ядовитые когти. Пофиг, давай. И еще оружие от... Ой, баф от копий. Блин, может мне все-таки стоило с копьем оставаться? Ну, сейчас уже поздно. Мне копье меньше нравится, потому что оно станет не умеет. В смысле, умеет, но только на третий удар. Это довольно слабо. Я еще не видел третьего босса, да. Два раза почти дошел до него и оба раза слил. Оп. Отлично. Удел глупца. Зря танчу. Зря танчу. Можно было не получать урон. Так, что я должен здесь получить? Мне ничего не надо. У меня хорошее оружие. Тебе не хватит даже 2500 здоровья. И сотни силы. Ну. Звучит многообещающе. Что-то я дебил. Нормально. Подохни. Красиво. Офигеть, у меня на втором этаже 0 проклятий и всего лишь 20. Вот это круто.
лечение, по-любому. Да, полностью. Стоит того. Пошли за реликом. У меня есть деньги. Можно найти что-нибудь полезное. Отлично. Ай. Больно вообще-то. Иди гори. Ты что, еще жив, что ли? Отлично, ничего не пропустил. Это комната. Скрип, с которым вот эти шарики начинают атаку, напоминает мне мартышку. Вот этот звук, да. Окей. Так. Мне нужно... Чем больше у меня золота, тем больше опыта. Ищем. Плюс 9 ловкости, блин, это тоже хорошо. Я возьму. 9 ловкости, блин, это же офигенно. Здесь бывает оружие с отхилом. Вот сейчас кинжал был. 1% хп за добивание. В общем, с хилом в этой игре все проблема. Проблема с отхилом, да. Дамажиться нельзя. Ай. Тихо. Ух, это было близко. Блин. Окей. Чего ж так много, а? Да твою ж мать, хватит дамажиться. Идите вы в жопу. Ужас. Сколько я раз, блин, задамажился в этой комнате? Половина хп просто слил. Ничего полезного. Почти пройдено, ха-ха, смешно.
Урон от луков не нужен. Хватит дамажиться. Темнота чем-то опасна. Здесь есть вещи, которые делают темноту чрезвычайно опасной. К счастью, у меня сейчас такого нет. Умри уже. Плюс два ко всему. Окей. Да что ж такое, собака? Бесишь. Красиво. Отношение восстановления здоровья. Это полезно. Да что ж такое? Он поджег сейчас факел, прикольно. Немножко полечились. Ну чё, 567 хп на босса.
Надеюсь, что все в порядке будет. Алексей Тер, спасибо за фоллоу. Ау. Вот эту комбу я ни разу еще не парировал по-нормальному. Ни разу. Стоит от нее просто уворачиваться, наверное. Так, чекнем еще раз, что у меня здесь. Вот это мне понравилось. У меня проклятия почти отсутствовали. Вот эту стоит, наверное, взять. Удвоение золота... В принципе, полезная, да. Типа, у меня золото на втором этапе уже бесконечное. Мне бы просто банально уже некуда тратить. Вот эти две хорошо сочетаются, чтобы начинать с проклятий, а заканчивать бесконечным золотом. Ладно, оставлю все, что есть. 360 цел 228, спасибо за фоллоу. Окей, давайте, наверное, посюда. Ай, ай, ай! Стамина! Твою мать, дебил. Что я делаю? Хватит получать весь урон. Череп. Вот это интересная штучка на самом деле. Мне не придется тогда лечиться. Давай попробуем. Экструдов, спасибо за четвертый месяц подписки. Спасибо большое. Чмоки в лобик. Мне нужно оружие. Спасибо за поддержку, экструдов. Подходите сюда.
сожгли ведьму. Нет, моя ловушечка. Там еще одна должна быть. Иди сюда. Ребята. Сгорели. Окей. Что тут у нас? Щит. Под булаву. Еще и критический урон. Блин, можно взять. Можно взять. Наверное, я за рулю. О! Давай сюда. Пока что для меня тяжелое оружие самый лучший способ играть. Пока не надоест, буду с ним бегать. Это дверушкой многие доходили до босса. Не мудрено. Все-таки самое лучшее. У меня такое ощущение, что дверушка вообще в принципе самый лучший вариант оружия. В смысле это. Тяжелое оружие. Потому что станет все. Почему у меня автоматически берется факел? Я ненавижу это. Игра, позволь мне держать в руках то, что я хочу. Я случайно два раза Е нажал. Ладно. А, так и знал. Но слишком поздно сообразил. Привет, отдай сову. Не хватает. Ладно. Золото потратим. Наверное, не стоило золото тратить на самом деле. Потому что у меня удвоение. Буквально в следующей комнате. Этого я не заметил.
Пропало золото. Урон от тяжелого оружия повышен. Отлично, супер. Это именно то, что мне нужно. Отличное парирование. Чемпиона. Ну чё, погнали. Почему тебя не задело? Ай. Это было быстро, но я все равно задамажился. Стоп, у меня уже фул хп. А, ну да, я же уже снял проклятие, все верно. Я прямо сейчас это и сделал. Стат или релик? Стат или релик? Наверное, стат. Ай, не то оружие. Сосите, у меня тяжелое оружие. Сосите! И урон от мечей. И три ловкости, да? Так, вот это мне нельзя брать. Ой, в смысле, выкидывать это тоже полезно. Это почти бесполезно, но три ловкости. Ладно, так оставлю. Четко. Нет, ты не будешь. Че тут? Все вместе. А ну иди сюда. Больше восстановлений при снятии проклятия.
Пожалуй, да. Окей. Каждое убийство восполняет здоровье. Ролл. Минус к стоимости по отношению к золотом. Блин. Давай возьмем. Так, все, пошли. Золота мне хватает. Давай в неизвестность. Ай. Собрались в кучку и сдохли все. Только меня дамажить не надо. Нас процентов ослабленным врагам. Мое оружие не умеет накладывать ослабление, поэтому пофиг. С ролью опять. Роллы у меня кончились. Это все бесполезно. Видос об игре? Возможно. Может быть, сделаю. Песика надо убить. Ух, я уж думал, этот фаербол в меня врежется. Но меня все равно задели. Все.
Денежка. Проклятие меньше, ну, потому что у меня заполненность. Вместо 100 теперь 120. А, теряю. Буду терять деньги. Это проблема. Что за издевательство, то что у них миллиметр КП остается? Что тут у нас? Меньше разложения. Давай. Так, а мое оружие критует вообще? Да, по боссам. Так что вот эту штуку стоит оставить. Пойду так. Пока нет маскировки, все просто великолепно. Плюс 20 ко всем эффектам исцеления. Мне этого не нужно. Ну чё, второй босс, и у меня достаточно хорошее количество хп. Надеюсь, пройду. Я почти запарировал.
Ать. Стамины не было. Ким. Давай, умирай. Окей. Уф. И у меня фул хп. Замечательно. Каждое убийство восполняет здоровье. Вот это мне больше не пригодится. Потому что я проклятие больше не буду снимать. И у меня тут каменелом. У него больше урона. Но он не критует по боссам. Думаю, я с ним пойду. Если не хочешь дамажиться, то не пытайся сильно рашить босса. Терпи до желтой формы. Ты же в курсе, что у него желтая форма, когда ты нанесешь ему урон? Да. Так что если ты будешь терпеть, то он не будет возвращаться в желтую форму. Не очень уместно перед второго босса на коротких атаках. Уместно, потому что если ты запарируешь последнюю атаку, то он будет ослабшим. Я играю так, как я играю, окей? Чатик. Если вы не согласны, то играйте сами. Отлично. Ай-яй-яй. Окей. Опасная комната. Когда идет серия атак, ну да, я про то же. Ах ты ж скотина. Какие же все-таки элитники толстые. Особенно шары и бугай этот большой. Минус свет. КП, блин, как половина босса, серьезно. Это-то... Окей, все нормально. Статы. Я не буду рисковать и брать проклятие. Мне и двух хватает. У меня нет денег на статы. Пошли посюда, наверное. Хотя... можно посюда и понадеяться на хорошее оружие. Посюда здесь у меня будут деньги, но толку от них... никакого. Комнаты с оружием, как правило, сложнее. Так что я
Что за вызов? Пройти игру? Вызов самому себе. Ах ты ж скотина. Где он? Падла. Сбежал. Все, умер. Элитная собачка. Ауч. Просто за фейс ролил. Окей. Тут ничего нету. Вообще-то тут еще враги есть. Собачка сдохла. Музыка кончилась, видимо, это последние враги были. Нет, это не были не последние враги. Такая большая комната. А! Собака. Наконец-то я прошел. Комната времени. Темная скорость. Ну, она может мне помочь. Я сразу уничтожу эти бочки, потому что они мне только навредят больше, мне кажется. Окей. О, элитный бугай. Вау, это было близко. Они его еще и лечат. На третьем этаже эту комнату выгодно пройти вообще невозможно, мне кажется. Черт. Почему? Тяжелое оружие, имба, да? Блин, но он все равно успел. Может, стамина все-таки кончается. Окей. Фуф. Что тут? Я бы не отказался от храма с лечением, но нет. Это что-то другое. Блин, чуть не задел кувшин. Стамины нет. Он сам себя взорвал. Дважды. Красавчик. Дай пять. Элитный хиллер самый бесючий? Нет. Я бы сказал, самый бесючий элитный этот самый.
попугай. Толстый. Окей, 30 урона по криту. А, мое оружие критует, верно? Нет, мое оружие не критует. Это прошлое мое оружие критовало по боссам. Это мне не пригодится, ничего не буду брать. Успел. Он призывает элитных скрытный. Да как-то пофиг. Они не опасны. Черепа, а за них можно делать улучшения. У меня сейчас стоят вот эти три. 120 вместо 100 порчи вместимость. Далее, атакуя, получаю меньше урона на 50%. И также победа над боссом удваивает мое золото. Вот эти вот штуки, они покупаются за черепа. И, соответственно, их можно до 3 штук брать. Что это за комната? Так, вот так. Нет, за черепа проклятия не снимаются. Черепа можно тратить только вне забегов. О боже. Это неприятная комната. Я специально не буду убивать хиллера. Нет, это проблема. Он восстанавливается быстрее, чем обычный враг. Мне придется убить хиллера. Окей. ХП, блин, уже половина. Мне кажется, вот это полезнее. Хотя урон такой же. Я когти чаще наношу. Я дебил. Да, я дебил. Я просто забыл, что шипы существуют. Элитная псина. К счастью, одна. Дубинка упала. Тяжелая. Ну, она посильнее. Явно посильнее. Освещенность на что влияет? Освещенность влияет на... Так, секунду.
на обзор, то есть ты шипы не видишь, когда темно. Кроме того, есть бафы, типа в темноте больше дамажишь, и есть проклятие, в темноте враги становятся невидимыми. Ну, есть еще подобный баф, что когда светло, наносишь больше урона, то есть наоборот. Окей, предпоследняя комната. Это было не очень. Легкие враги. Уф, чуть не задел. Окей, эта комната легкая. Еще больше крипт урона. Окей, окей, хорошо, хорошо, хорошо. Знаете, вот это вот я тоже выкину. Ай, больно. Я думал, эта собака меня заденет сейчас. Не задела. Так, осторожно. Фигня. Хотя статы. Плюс 8, плюс 7, плюс 9. Нет, это все мне не надо. Ну чё, босс? Третий босс. Говорят, он чрезвычайно жесткий. Посмотрим. Я его не видел. Абсолютно. Ёб твою мать, он серьезно, что ли? Здесь горячие плиты. Твою мать, а как его проходить-то? Окей. И он не горит, разумеется. Разумеется. Окей, у него две атаки. Так. Серьезно? Серьезно? Настолько большой радиус? Ну, окей, все, что я увидел, это удар в два взмаха, горящие плиты и то, что у него взрыв настолько большой, что ёб твою мать. Серьезно? Ну, хотя бы я дошел до него, это жесть. Мне кажется, я знаю, как его бить. Типа, смотрите, у него этот удар был вперед направлен, типа, за тебя. И, соответственно, надо его доджить напротив. То есть, не надо допускать такого, чтобы босс стоял спиной к стене. И это еще не весь его мувсет. Еще бы, блин. Я удивлюсь, если это весь его мувсет. Спасибо 100-108 за фоллоу. Ну чё, как-нибудь пройдем.